Последнее время все чаще можно услышать предложение ввести нашей стране дополнительный налог на бездетность. Считается, что эта мера поможет решить демографический вопрос и будет способствовать увеличению рождаемости. Звучат слова о том, что новый налог может составить до 40 тысяч рублей в месяц. Мы вышли на улицу города и спросили саровчан, что они думают об этой инициативе. Считаю, что нормально, можно вводить, чтобы и рождались дети. Но просто налог должен быть разумный и в разумных пределах, так скажем, рассчитываться. Я считаю, нет. Кто-то может по каким-то, мало ли, причинам. А так зачем этот налог вводить? Я стою, думаю, что ни к чему. Это мое мнение сугубо. О, какой-нибудь помощь для многодетных ввести, вот это да. Я знаю людей, которые, сами понимаете, по состоянию здоровья не могут это делать. Поэтому и как-то это обижает. Я думаю, что это обидит людей. Надо вводить. Почему? Больше денег будет в бюджете государства. Будут, может быть, помогать тем, кто с детьми, соответственно, будут расти популяция населения. Семьи своей нету, вот. Так что пока, не задумывался об этом. Как по мне решение, бесспорное. Вот. Мое мнение, скорее всего, нет. Не знаю, глупость какая-то. Я платил когда-то налог на бездетность при социализме. Ничего, перетерпите, ребята, держитесь. Мне 83. Какой этот налог? Я думаю, что лишние налоги нам точно не нужны. Их и так более чем достаточно. Да, конечно, потому что дети рождаемости, так сказать, мало стало ее. Не хотят молодые люди заводить семьи, потому что сами знаете, как у нас в стране. И с работой не очень хорошо, и маленькие зарплаты. А во-вторых, ведь не все могут это родить, правильно? А у некоторых нет возможности. За что у них берут такие, вообще-то, немалые деньги, если это так, по сути дела. Так что это, знаете, такое двойственное. Считаю, что не нужно, потому что могут быть медицинские проблемы у людей. Так что это все под одну гребенку.